Сегодня в рамках заседания комиссии было принято решение о введении карантина в одесских школах на 2 недели, как превентивную меру по распространению гриппа на территории города Одессы. Что касается детских садов, если мы увидим тенденцию на то, что в детских садах, в группах отсутствует по причине болезни более 20% детей, то также будем рассматривать вопрос о введении карантина в детских садах. На сегодняшний день такой необходимости нет. Оперативно были собраны все городские, областные службы, МЧС, представители транспортных организаций, а также все профильные подразделения Одесского городского совета, которые выработали общий план, скажем так, предотвращения распространения гриппа на территории города Одессы. Этот план был доведен ко всем нашим коммунальным учреждениям, всем нашим поликлиникам и инфекционной больнице. Все коммунальные предприятия находятся в готовности, обеспечены всеми необходимыми медикаментами, масками, а также средствами и лекарствами для лечения возможных больных.